Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный томатный соус. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! 2 килограмма нарезанных дольками спелых помидоров высыпаем в широкую посуду, подходящую для варки. Туда же отправляем 500 граммов очищенных от семян кисло-сладких яблок и 300 граммов измельченного репчатого лука. Вливаем 100 мл питьевой воды и отправляем на плиту. Ждем, пока содержимое миски закипит, а затем тушим овощи на среднем огне примерно 30-40 минут. Периодически все перемешиваем. Когда яблоки и лук станут мягкими, выключаем огонь. Перебиваем массу погружным блендером, а затем перетираем ее через сито. Полученное томатное пюре возвращаем в посуду для варки. Добавляем туда 20 граммов соли, 60 граммов сахара, 1-2 грамма черного молотого перца, столько же красного острого перца, 5 граммов хмели-сунели и 3 грамма сладкой паприки. Хорошо все перемешиваем и снова ставим на плиту. Увариваем соус на небольшом огне примерно 30-40 минут до получения нужной нам консистенции. Время от времени кипящую массу мешаем. Когда соус станет густым, вливаем в него 25 мл 6% яблочного уксуса и даем массе покипеть еще 1-2 минуты. Дальше разливаем соус в горячем виде по сухим стерильным банкам. Закручиваем стерильными крышками. Переворачиваем вверх дном. И даем в таком состоянии полностью остыть. Из указанного количества продуктов у меня получилось 3 баночки емкостью 450 мл, плюс немного на пробу. Вот и все. Очень вкусный томатный соус на зиму готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.